Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Влад. Это наша очередная серия по прохождению игры Сталкер. Дошли мы до блокпоста, это входа со свалки на территорию бара, который хранит долг. Сейчас пойдем смотреть, что же там такого в этом баре интересного. Вот тут серьезные ребята в хороших костюмах стоят, охраняют. 8 человек по нашим данным. Неплохой такой блокпостик. Скажем так, не все пройдут через него. Так, вот здесь я просто вам говорю то, что тут очень много аномалий, потому что так вот эти. Так, все. Да, перейти на другую локацию. Что же такое бар? Ну это вообще раньше здесь были цеха. Цеха по производству пищи, одежды, красителей и всяких строительных материалов для ЧАЭС. То есть это реальный комплекс. Ну, потом сталкеры взяли и так вот переоборудовали его под свои нужды. Хочу сказать сразу, что переоборудовали они тут не все. Так, ёлки-палки. Переоборудовали они не все, только часть комплекса. Так, скажем честно, убивать их сейчас нет смысла, потому что когда вы профукаете миссию убить этих собак. То есть лучше сначала взять у этих ребят миссию, вот у этого человечка. Глава охраны. Вот. Так, мне нужна работа. Очистить логово собак, я берусь. А вот теперь возвращаемся и убиваем их. Так, где мы? Ну же, что-то они... О, идут. Фига себе, ого. Ёлки-палки, вот это самое печальное, когда вас начинают грызть. Вы просто демобилизованы, потому что вы не можете двигаться нифига, потому что они вас грызут и грызут. Так, вон они две убежали. Так, эти хвосты мне не нужны, мне, блин, с этой собачки бы хвост. Так, нет же, нифига нету. Вообще пустые. Вот, все. Все равно нет хвоста, ну ладно. Потратили мы немало патронов. Так. Не будем терять тут время. Вот так вот неплохо они оборудовались. Поставили штыки, ров. Ну правильно, чтобы какая-то защита была. И вот поставили блокпост. Тут некая коморочка, походу, у них. Да, спят ребята на ушатанных матрасах. Что поделать? Зона. Так. Вот нам дали ломать мясо. Нормально, артефакт. Деревец. Так. Территория долга. Запрещено. Применение оружия запрещено. Расстрел. Так, ну значит мы не будем доставать оружие, а то нас тут расстреляют, потому что тут, блин, на этой карте человек 40, блин, арена. И вот, видите, серьезный чувак. У него абакан с прицелом. Бодаться с ними не будет никак вообще. Нам ни шанс не оставят. Так, бар направо. Неплохо так обустроили, знаете, тут таблички поставили. Можно сказать, мини-городок сделали для себя, и в принципе это хорошо. Охрана стоит. Вообще, ну, я не знаю, довольно прикольно, что это было придумано. А вот чё, и, собственно, бар. Ты меня уважаешь? Тебе сюда нельзя. Нас не пускает, ну и фиг с тобой. Бармен. Так, здоровочный, привет, документы с Агропрома. Да, вот документы. Работа, Мечен. Так, хорошо. Так. По получили 5000 денег и... Так. Достать. Так, вот ломать мясо. Как раз у нас мы есть. Отлично. Научную аптечку дали. Научная аптечка, она лучшая в этой игре. Самая дорогая. А, нет, гляньте, судя по цене, армейская лучшая. Я думал, почему-то обратная. Защитить мир от растущей зоны.
А, все, я понял, они отличаются. Этот, короче, более направлен на излечение ваше, то есть. Он отдали костюмчик еще один. То есть на ваши ранения, всякие там укусы. На научную аптечку, она против радиации и так далее. Так, продаемся наши эти артефакты. Я вам говорил, что их нужно насобирать. Вот мы насобирали, посмотрите, там на 20 тысяч. Вообще отлично. Но-то я не пользуюсь ими. Слизь, торговать. У нас 49 тысяч. В принципе, брать ил я не хочу. Затаримся патронами. Ух ты, елки-палки, еще недорогие. Так, бинты, аптечки у нас с валом. Все, в принципе. Нам больше чего не нужно. Еще если бы прицел продавал, цены бы тебе не было. Может тебе пригодиться. Так, вот тут у нас находится осведомитель. Ребята, которые играют первый раз сталкера, в принципе, можете подойти ему. Тут за определенные деньги, конечно же, не бесплатно. Он вам продаст информацию там. Подходи, сталкер. Про ту или иную ситуацию в игре, там. Ух ты, елки-палки. ВВС у него. Если кто помог. Кто-то стоял на базе, находится игрушка свободы. А, все ясно. Так, ладно. Выходим с бара. Довольно-таки приятное место. И если было время и возможность, наверное, мы бы тут остались и посидели бы тоже с ребятами, там, не знаю. Может быть, даже слегка выпили. Совсем немного. И покушали что-нибудь. Но у нас на это нет времени. И таких возможностей, к сожалению, в игре нет. Хотя они бы были бы довольно-таки кстати. Мне кажется, если были бы какие-то еще жизненные способности, то есть посидеть там, как-то поговорить, там, именно завести друзей именно разговором, а не каким-то делом, там, знаете, дать аптечку и вот сразу стал другом. Нет, как бы, не знаю, там сошлись там мыслями, не знаю, именно найти себе друга, там, посидеть, поболтать, там, довольно-таки это было, добавило только атмосферу в игру. Так. Есть новый бой для тебя? О, да мы еще первого не дрались. Так, давайте сохранимся. Продолжай. Так, вот здесь у нас находится арена, на которой можно зарабатывать деньги. Вот так вот, как бы, человек везде стоит с человеком, и ему всегда нужны развлечения. И вот, как говорится, в одном из уголков зоны сделали такое развлечение в ангаре. Создали такой ангар специальный, где люди между собой воюют за деньги. Да, это слегка негуманно, да, много жертв, но... Как видите, он болельщики сидят даже там наверху за решетками, кричат, им все это нравится. Так, мы его ранили. Все. Так, тут наши вещи. Я больше не буду ничего тут делать. Ну, точнее, в этой арене драться. Сохранимся. Вот, 1000 денег получили. Может быть, потом, на досуге, потому что, ну, это просто трата времени, как бы. Там все довольно-таки просто, и тяжелые раунды начнутся где-то к концу ближе. Так, нам сейчас, насколько я помню, на темную долину, да. Все, так. Так, откуда мы пришли? Отсюда. Бегим. Конечно же, это была только маленькая часть самого бара. Но, в принципе, рассматривать его сейчас бегать по нему нет смысла. Там некоторые места будут закрыты просто, потому что они хранятся долгом. И пока вы не выполните определенные миссии, в принципе, вы как бы не враг, не друг долгу. Поэтому они вас не пустят к вам. Ну, к себе точнее. Поэтому туда лезть нет смысла. Мы пока прошлись, где нужно нам было, где можно было открыто. Дальше, конечно, побегаем по бару, там, скажем так, есть пару нычек с артефактами. Довольно-таки интересное место, но хотя, честно скажу вам, мне гораздо более интересно, забегу наперед, это лаборатории, которые здесь есть, и база ученых на Интере. Причем вот эта база, она будет еще интереснее в части «Чистое небо», потому что там... Она будет более развита, ее там будут охранять, и... Ну, это все довольно-таки прикольно и красиво. Так. Так, аккуратно. Все, пробежали. Так, нам вперед.
Здесь трупы кабанов, которых мы завалили, так и валяются. По сути, они даже не должны разлагаться. Как я уже рассказывал про то, что радиация в зоне отчуждения ЧАЭС уничтожает всех микробов и микробов-гнилейков, которые должны разлагать вообще трупы всех живых существ. Их тоже нету здесь. Поэтому, в принципе, если кто-то умер в зоне отчуждения на Чернобыльской атомной электростанции, то, в принципе, его трупак должен жить там вечно. Ну, пока не спадет радиация. По данным ученых, это где-то примерно 3600 лет, потому что радий распадается слишком долго. Такое вот вещество. Так, радиация слегка жмет. Опа. Говори, сука, а то узнаешь, как легко пуля пробивает череп. Не убивай меня! Твоего напарника сейчас будет вести на заброшенную фабрику! Это все, что я знаю, мля буду! Ладно, мразь, живи. Довольно-таки прикольная ситуация. Тут не знаю, что случилось у них, но долговец прижал этих бандюков, и все эти фраера полегли. Помоги отбить напарника у бандитов! Окей. Давай за мной. Сталкер, я знаю сталкеру. Место для засады. Пошли. Поможешь, буду благодарен. Долги в долге, возвращаю. Окей. Так. Ну, тут засранец украл его друга, и он бандит. Чувак, прости. Ты был плохим человеком. Так, бегим. Блин, у него абакан с прицелом, елки-палки. Может его завалить? Нет, это будет нечестно, убить долговца, причем могут появиться последствия. Я помню, как-то раз у тебя собаки, которых мы расстреливали минут 5 назад, они забежали туда в блокпосту этих долговцев, и я там ее убил, ну, стрельнул. И у них там началась тревога сразу, типа, обнаружены враждебные элементы, короче, нужно найти, уничтожить их, расстрелять и тому подобное. И у меня начали все, даже не только долговцы, а одиночные сталкеры, которые есть в баре, бомбить меня. Пришлось переигрывать это дело. Потому что в этой игре, скажу честно, лучше быть врагом свободы, чем врагом долга. Вот так вот, конечно, не в обиду там любителям свободы, там всяких группировок. Просто здесь долга гораздо больше, как говорится, на территории игры. Он тут будет дальше и на Интаре, и возле ЧАЭС будет, поэтому с ними соперничать нет смысла. Так, ждем нашего друга, его там должны вести. Да, вот его ведут под руки. Фух, хоть бы мы их спасли. Вот еще не хочется как-то сейчас, как говорится, помочь, и чтобы еще убили. Вот это будет печально. Что там за пальба, я не пойму. Его уже расстреляли, что ли? Эй, братишка. Он вообще двигается. Я не хочу быть кэпом, но, по-моему, он не двигается. Спрячься на той стороне дороги. Они скоро появятся. А, ну окей. Открывай огонь только после меня. Открывай огонь только после меня. Да там они не идут. Их кто-то валит. Задание провалено, отбить долговца. Отлично, блин. И чё это за баг? Гады. Какого фига, я не пойму. Как мы всех положили? Мы сидели точно по миссии. Блин. Это реально обидно. Чувак, сори. Ты куда? Так, вот тут еще есть третий друг его. Блин, чувак, третьего точно спасу, я тебе говорю. Нам дали прицел для калаша. Блин, вообще спасибо, чувак, спасибо. Блин, я не знаю, это баг, мы хотели спасти его, и тут... Просто какой-то капец. Так, я думаю, на этом мы закончим эту серию.
Добрались мы до Темной долины и сейчас так сядем на лавочке. И на этом, наверное, закончим серию, потому что, ну, чтоб нам хватило времени в следующей серии просто пройти на одном дыхании всю лабораторию X18. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока-пока.